Незаправляемый, каким оказался электромобиль «Москвич 3». В автосалонах появились первые электрические «Москвичи 3Е», сколько они стоят и какие комплектации. Кирилл Капризов забросил сотую шайбу в карьере в НХЛ. В эти минуты на стадионе PNC Arena в роли США проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Каролина Харрикейнс принимает Миннесоту Уайлд. Дзюба не перейдет, Торпедо, на игрока претендует другая команда РПЛ, СМИ. Московская Торпедо не станет не подписывать контракт с экс-нападающим Зенита и сборной России Артемом Дзюбой, сообщает РБ Спорт. Месси и Роналду обнялись во время матча ПСЖ с командой Аль-Насра, Аль-Хиляля. Нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард Аль-Насра Криштиану Роналду обнялись и пожали друг другу руки по ходу товарищеского матча, в котором парижане встречались со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии, Аль-Наср. Пустой маршрут. Экспорт «Газпрома» в Европу через Украину и по «Турецкому потоку» стремительно сокращается. Впервые в истории Петербурга крещенская жара подарила городу сразу два рекорда. Два новых погодных рекорда зафиксированы в Петербурге 19 января. Как прошли крещенские купания в Петербурге 19 января 2023 года? В крещенских купаниях в Петербурге участвовала весьма разношерстная публика, и по возрасту, и по стилю. Автор Atomic Heart выпустит серию коротких мультфильмов о навыках из игры, в первом ролике показали умение «Стужа» игры на DTF. Студия Manfish также продемонстрировала игровое кресло в стиле своего экшена, на котором сидит одна из близняшек. Paradox представила Ash of Wonders 4, трейлер и скриншоты игры на DTF. Релиз игры состоится 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X, S и PS5. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!